остальные играют тупо по анубу. Так допуливаются две пачки, потом ануб закапывается. Закапывается ануб, все люди, вон я вам поставил две метки. Трусы, вторая метка будет для вас звездочка. Звездочка. Вы бегаете за этими метками вначале, выбираете цель какая-то. Эта цель выбирается, и она будет должна бежать в район ромба. В районе ромба будет разбита лужа. Первый побежит кидать боб, got help. Бежит, то есть бежит цель, вот эта, и got help. Закидывать да. боб. Ребята, вы уже собрали? Да. Санька, ты? Сацуна? Да. Да, я просто приподнял немного. Да, блядь. Я тебя место поменяю. Заходи, мы тебе этот, поменяем пока кого-нибудь. Не, если у вас... Заходи по-любому. Хорошо, я могу. Заходи, ладно. Давай. Не, проходка превыше всего, так что давай. В любом случае, кого-нибудь поменяем из гильдии. Это меньше, скажем так, полезен на данный момент. Ладно. Я... Нет, ты останешься. Да я, блядь, на останутся. Так, ты останешься по-любому. Короче, ануб закапывается, первый побежит закидывать боб got help. Бежит цель, которая... Он поставил на себя сейчас метку трусы. Трусы. Вот бежала цель. Здесь будет примерно где-то вот в этом районе разбита лужа. Становится эта цель перед лужей, ждет боб от good help. На лужу не забегает. Good help закидывает боб. 2 секунды ждете окончания боба, забегаете под конец лужи. Забежали. Дальше. В этот момент все люди должны успеть залить в трэш. Трэш в кресту. И выбежать с лужи. Выбежали с лужи. Выбирается следующая цель. Следующая цель выбралась, взрывает сверху в квадрате. В квадрате уже закидывает боб Яката. Ждет тоже 2 секунды, заходит на боб, взрывает. Третий человек просто раскачивает ануба. Мы выбегаем, в этот момент уже будет трэш залит. Мы выбегаем к центру, выбирается цель, она кайтит ануба, все остальные бегут в сторону печеньки. Играют по мелкому трэшу. Дальше. Ануб выкапывается, мы также опять же продолжаем играть по анубу, напуливаются мобы слева, справа, мы их опять же не трогаем, ануб закапывается второй раз, то же самое, в районе ромба будет опять же сбита сферка, уже побежит закидывать боб игнорщица, это третий боб, сбивает в ромбе, третья лужа, четвертая лужа взрывается опять же примерно в районе квадрата, четвертый закидывает фуфел, и... Опять же, третий человек после второй закопки просто кайтит ануба. Дальше мы уже должны будем перевести ануба на третью фазу. На третью фазу все становятся под босса, хиляют, прожимочки свои не забывают. ДЦшник, если у тебя 4-4, сними одно Т4, чтобы щиток не сработал от молитвы восстановления. Также щиты никогда не закидываешь на хики, и хапа вы тоже на хики не закидываете щитки. Вот. Ну и там придется просто дамажить. Про свои прожимки нажимать. Теперь по саппортам Яката, Фуфио, разбегитесь, нажмите оба от льда защиту и будете по очереди мастера урна лед нажимать. Good help, Женя, ты тоже отбеги, нажмешь тоже лед. А, игнорщица оставь. Так, теперь мистер Бонд, иди пока на замену. Я тебе могу телепорт поставить. И Сацуны в рейд. Тесть его. ДЦ специально закинул в четвертой пати, потому что он меньше, скажем так, маны будет тратить, чем остальные хилы. Только маны восстанавливали. Ты в Варшаму, Паша. Саньки, пожалуйста, меня в четвертой пати. Ну, не надо меня суманить, я тут. Не видишь, дерево большое стоит. Четвертое. Так, только вместо кого тебя закинуть? Так, сейчас посмотрим. Давай вместо Вани. Да вы закрепали, надо меня сумонить. Вон дерево стоит. Сумоньте Сацуна, все пейте сапроты сразу. Мажьте масло. Ты сволочь. Да. Мажьте масло. Мы... Все, сейчас тихо. Стоят метки, две метки, за которыми луна... Вот, две метки. Луна и звездочка. За этими людьми можете бегать, когда оно взрывается.
не знает, что делать. Вы вначале оно взорвался, все вот сюда выбегают, все вот сюда убегают, выбралась цель, побежал Good Help, побежал человек, которого выбрал, все остальные забежали за лужу, за крест, чтобы мобы шли на кики все и не проходили по луже, и вы просто все заливаете мобов. Потом, когда уже взорвался ромб, вы все с лужи должны, особенно Мелики, сбежать и выбежать ближе к центру. Кушайте рыбу. Ну вот, тебе МК. Вот, так как я много бегаю, наверное, закинем МК лучше на притонов. Я блок, получается, не даю. Да, ты блок не даешь. Ты дашь блок просто третьему человеку, который побежит катить, будет твой блок на подсейве. То есть без лужи, который взрывает. Который просто катит. Санёк, тут... Возьмите все. Напуливают правое и левое. Еще огурцы. Капанелло и Ренессанс, на кого они напуливают? Если вдруг упадут, я страхую. Они на хики. На хики. На хики. На хики они напуливают. Да, ты потом на третьей фазе тоже можешь помогать напуливать. Просто хики запоминаешь, сразу на пулы и помогаешь. Хорошо. Там будет просто много выходить, и нужно будет помогать. Так. Рыбу кушайте. Ну, короче, ориентируйся на дальних самых мобов. Они зачастую, блядь, меньше всего демеджа к ним приходится под напул. Там на последнюю секунду ты там, блядь, чуть-чуть успеваешь подпулить. Вот последний моб может сразу на хил загреть. Также смотрите. Пристабав, пожалуйста. Также смотрите, ребята, не сбейте сферки. Не сбейте сферки. Лишнее. Я сам себя позбиваю. ХП на просто играйте по новому. Дайте, пожалуйста, я улетал, не купил приботов. Кто-нибудь с бабки дам. Также все приботы используйте. На начале и на... Не, не сопрот. Припот. Зелье быстроты. А что это? Спасибо. Да? Сколько я тебе? 150, думаю, хватит. Спасибо, Микат. Так. По ССам, Паш, пока никому не закидывай. Может, первый трай будет такой пробный, потому что здесь не все были. Первый раз некоторые. Если что, будем закидывать ССы на этих, на людей, которые много стаков наберут. Это первый момент. Либо закинешь, если все хорошо будет, закинете на хилов на третьей фазе. На Good Help'а ты, Паша, закинешь, притон на игнорфе. Все. Подбегайте все к квадрату. Готовность на пол. Полога не, пока не закину в пати, потому что там пати собрано, чтобы ему меньше урона прилетало. Ну и он бафает хорошо рейд там вот этих ребят. Да найди ты печеньку, большая жирная печенька. Вот тебе уфолог, стоит возле рыбы сидит. Да, давай Бурезечник на Good Help, а Паш Спирит на Игнорщицу. Также, ребят, закидывайте в них сальвы, когда они кастовать будут на третьей фазе. Давай Яката в Good Help, а Санька в Игнорщицу. Уфил тоже на подсейве. Еще раз по бобам. Первый Good Help, второй Яката. Это на первой закопке. На второй закопке Игнорщица, потом Уфил. Да. Все, еще раз готовность, если все готовы, будем запускать босса. Ренессанс, Галина, Андрюха. Все, все готовы, давайте добавим пул и поехали. Вот здесь танк этот... Мишка, поэтому нужно на пол. Егор, приготовься. Скоро мобы будут. У меня ДБМ забагался. Анончите Егору, когда мобы выходят. Я помонш. Так, Бэкбэк забыл сказать. С ходу на бойчика надо было выкидывать. ПС-ку. Могу сейчас дать. Анонс, ладно.
Сколько мобы заносите? Я скажу, 10 секунд. Готовься. Ты можешь уже не бить. Напуливай. Урона лучше. Да, ебать, вы тушите, вообще охуел. Да. На 1% лучше, на 2. Mm-hmm. Бойчик побежал, и Good Help вместе с ним. Будет справа сбитого. Обыда. Играйте все по трэшу. Сейчас. Леката, ты следующий, не забудь. Боб закидывает. Служи, Блэкберри, выбеги. Играем по мобу. По мобам доигрываем. Все, служи, все сбежали. Подбежали ближе к центру. Играем также по мобам. Вы не умри, Блэкберри. Гавр, не утай много стаков. Кто может подстанет? Все там всегда подстакают. Приписник побежал, все остальные к печеньке. По мобам подыгрываете. Саня, можешь где-то с буревестником побегать. Буревестник! Закинь боком! Буревестник! Ингнор, что подхилите 4 стака, блядь. Бля, кто сбил там сферу? Я готов саму бомбу напуливать. Я пойду эту сферу сбил. Тихо! Сыграйте по мелким мобам, да доиграйте по ним. Подбегите под босса ближе и доиграйте по мелкому трэшу. Сука, кто вот эту лужу скинул, а? Тихо! На пульте моба. Эту мы в лужу взорвем в следующий раунд. На следующий переход. Скоробей убейте. Скоробей убейте. Скоробей один остался, нужно добить. Егор, моба 5 секунд, готовься. Первый человек собьет вот ту лужу, которая стоит там. Сбита. И не сбивайте лишние лужи. Мобы. Андрей Троянский, тебе нужно будет где-нибудь в квадрат грипнуть пойти сверху, когда оно уже пройдет здесь. Пойдешь грипнуть где-нибудь в квадрат. Нет, куда-то моба еще одного набудет. Моб, моб. Угу. Дальше бежит игнорщица. Андрей, залей иннер сразу по Кате. Пусть КД уходит. Паша Спирит побежал и вместе с ним игнорщица. Разбил ложу в квадрате. Редстан, нормально, нормально. Следующий фуфел закидывает. Санька, будь на постраховке, если фуфел не закинет. Гавр побежал. Только главное с кристалла беги. Под выкрюк побежал. Артем, быстрее! Не на шипы только. В бок ему закиньте. Ну ему дал бок. Ты побежал, Артем! Артем, вон лужа здесь, в квадрате. К луже беги. Фуфел, ты закинешь туда третьей цели, которая... Блядь. Молодец. Не нужен. Тихо, Егор побегал. Этот фуфел закинь, чуть только по нему. 5 секунд появления. Закидывай. Хорошо. Подними. Секунда. Андрей, подними игнорщицу. Сыграйте по мелкому трэшу. Помощники 2 секунды. Мелкий трэш добили. На пулю. Прибавь я сразу. И иннер по нему. Катя, залей. Сейчас на подожди. Мелкий еще один трэш остался, добейте одного. Подошли прям все под босса. Я не могу под босса близко подойти, потому что потом выйдут мобы, если надо их... Не, ну это понятно, понятно. Ты не идешь под босса. Закастуйте ССы на хилл. Когда там трэш все? Заносите? 5 секунд. 5 секунд. 5 секунд. Одна секунда. Раскидывай щитки на всех уже, Блэкберри. Кроме танка. Вышел, да. Щитки.
Дали герм. По него прохильте. На пул одного моба. Моб. Бьем так. За ночь там не город, когда мобы выходят. Будет чем, будет чем. Меня надо будет прохиливать. Женя, массакру нажми. Баба массакра, Женя, good help. Оба, готов. Игнорщица следующий. Игнорщица, 3 секунды, приготовься. Поставьте тотем ему. Тоже маману ему залить. Бэкбери. Я на пуле готов. Напуливай слева, Кадама. Я напуливаю, а. Шаманы, тотем на природу поставьте. Я дам дух. Я дал дух. Мастер аур на лед, давай Евгеката первый. Когда мы со стороны крестника. Войд, закастуй гимн на ману. Когда мы на хите. На хите со стороны крестника. Мобы, готовься. Мобы, слева иди, слева иди. Я умер. Все. Слева мы был попробуем. Можно вопрос там хилам? Почему пятая пати была постоянно на фул, хотя метки были не на пятой пати? Почему хилы стояли на фул? Потому что надо хилить на фул. Все правильно. Ну смотри, Саш. Все, давай, мы просто стараем. Сейчас проблема не в этом была. Артем, тебе что сказали? Выбрали цель, пошел, зашел на квадрат. Ты сейчас один БР потеряли. Это первый момент. Потом игнорщица тоже сдохла из-за этого. Саня, у нас сколько времени оставалось до закупки Ануба перед третьей фазой? Там 20 секунд еще было перед тем, как нужно, перед тем, как он закопается? 5 секунд. Да, там просто... было не 20, там было... И секунд 10. Мне забагался ДБМ, сейчас я перезайду. Я к тому, что можно типа подождать перед переходом, перед перефазой, чтобы типа стаки спали у некоторых. Чтобы легче было на третьей фазе хилить. Что некоторых просто сбрили. Они прохиливали. Сейчас мы плохо пантрэш сыграли, потому что этот подвый круг куда-то убежал, непонятно. А там еще этот был, как его, чернокнижник этот, демонский, демон был-то, он на нем был, висел жук, и он долго висел на нем. Типа, и он не был возле мили-зоны, чтобы его убили. Санек, вопрос, объясни, пожалуйста, как напуливать. Там ставятся две ловушки под вываживание жуков, и ты типа напуливаешь и все? Там через ловушки играешь или как? Мы так делали. Проверь, у тебя ММ есть. У тебя ММ есть. Я, короче, не знаю, что. Мне надо как-то ХП поднимать или хуй его знает. Если мы не знаем. Хила, потому что ханты не в мили-зоне стоят, им надо выйти и надо выйти дальше, чтобы напулить трэш, типа, и хил не доходит. Давай. Тебе там ухи. Давай, Блэкбери. Блэкбери, будешь тоже немножко чуть-чуть отбегать. Одному что ханту зубы закидывай, второго просто закидывай. Ну он на меня сейчас, блядь, это, метка накинулась, я-то напулил, ну и все, я сдохну. Рыбу поставили? Поставьте огурцы, локи. Найдите этого человека, кто забил сферу. Я только друида вижу. Сейчас. Это как был я, по-моему, если мне память не изменяет. Я лох, я знаю. Не сбиваюсь, никто сфера. Сфера могла заруинить очень сильно, притом. Я дал в ней 4000. Короче, смотри, доброе утро. Блэкбери, мне щитуй всех подряд, щитуй только метки, первое. Второе, короче, у нас минус 50, типа, среза хила не было, потому что когда мы уж напуливать, то у нас два ханта, типа, которые напуливали, плюс вары, у нас нет рамсов. Я давно не был, у нас босс захиливался.
Что я еще хотел пиздануть? Забыл. Артём, слышишь? Намазь на всякий случай вместо быстродействующего яда нейтрализующего. Урона как бы чуть потеряет, но не так сильно. Почему? Ну, зачем нейтрализующий? Если у нас есть два ханта, три ханта, и один из них бьет чисто босса. У него по любому специальный выстрел есть. Смотри, специальный выстрел. Смотри, произойдет такая ситуация, и вот то же самое. Он же не будет мазать яд во время босса. Так что пусть будет нейтрализующий яд. Он потеряет, ну, потеряет где-то процентов 10 урона. И сами, сдай один сейв именно на переходе в третью фазу. Ну, окей, просто нет хильвали, кстати, хорошо. Я смотрел по хп этот, я дал почему 2 сейва. Не, у нас переход сразу минус 2, нахуй. Понимаешь? Они их не от этого сдохли. Они дальше отхиливали. Там сдох, хранил. Это ханты, которые на пульве. Ладно. Я вообще еще предлагаю ДПСерам выключить нахуй аккаунт и не смотреть на него, блядь, на Анубе вообще, блядь. А делать то, что требуется. Ладно, все. Правильно, один хер я буду в топе. Давайте пулять. Все. Поехали. Тима. Все готовы. С пула ПС, пожалуйста. Угу. Прям вот пул начинается, с пулу закидывай ПС-ку ему. Все, все готовы, Андрюха, запускай. Не пану, он что трэш. Я, по идее, должен тоже сейчас. На пулы дали из-за повода, уроди. 3 секунды. Красавчики, блядь. Заебали, блядь. Если свой, кинете минус и поэтому человеку. Эту лужу надо разбивать. Может, заново? Короче, нет, бьем. Короче, сразу все не в центр убегают, а просто назад делают пару шагов, пока не выберется цель, чтобы эта лужа не сбилась. Даже немножко вправо. В сторону квадрата. Да, в сторону квадрата и назад побежали. Все. Чтобы это уже не разбилось. А потом уже выберется цель, сразу побежали бить трэш. Первый бежит Good Hell. Вырываем через 10 секунд. В правой стороне бежим. Никотин. Пики. Серьезно? Молодец. Да, на стол упадем. Просто упадите. Подойдите внутрь. Пять созвездий спина. О чем вы слушали, блядь? Пики урон в эти сферки. Лучше, походу, я Старфолом успел, сорян. Хуярь. Я не посмотрел, что она близко была. Ну да, вот морозная сфера, 17 тысяч ты нанес по ней. 2 раза звездопадом. Так у нее хп 100 тысяч, нет? Ну, нет, тут, типа... 50. Нет, 100, не 100 у нее тысяч. Смотри, я ее с пули почти убил. Нанес по морозной сфере 17 тысяч сова. Я почти с этого убиваю. С одного скилла, с одной скилла. Там чуть-чуть остается здоровье. Все, встали, упали, рыбу поели, сразу пошли пулять. Ничего страшного. А есть какие-то фласки поверх сапрота на хп? Это лобстер, да, сапрот? Есть припоты, которые здоровье восстанавливают. А как можно делать датчик лу хп, если вы не наши деньги, правильно? И скролл можно дать. Это как бы сломано получается. Сломано совсем. Ваня, не страдай хуйню с этим Старфолом. Я не буду сейчас забей. Да, кидай обмен. А зачем тебе продать? У тебя же есть уже скролл. А где ты там? Дать тебе еще один сапрот? Да, я перепивать буду. Ну кидай. Да забей.
Честного, я богатый. А, ну окей. Ты богатый, то давай. Так, ладно, скинул вам кашку. Все, если все готовы, побежали, ребят, на пол, чтобы время лишний тратить. Больше хоть штрайк сделал. Вокстер, игнорщица. Хорошо, под спирит ты туда кастерский-то темп поставишь. Все, все готовы? Брюхо заводи. Бэкбери сразу не забудь поездку закинуть бойчику. Закидывай. Секунды поможет таки. Тоже показывает. Ну ты говори, Линса. Через 10 секунд. 4 секунды. Выживание через 13. Это лучше трай пока по урону. Яката побежал. С ним God Help. Дальше Гавар и Яката закидывай. Ай, закинешь? Гавар, смотри, не зайди на лужу. Он же сейчас разобьет. Все, все выбежали с лужи. 2 секунды и заходишь. Подбежали ближе к центру, играем все по мелкому трэшу. Кто может станет, всегда приоритетом станет. Маги там подмораживают. Никотин пошел кайчить, все... Санька, будь на подсеве. Не никотин, а Катя. Котика побежала. Саня. По мелкий трэш добили. И побежали в сторону Ксеньки. На пулы отдали в уфолога, кроме фантов на пулю. Добили точно мелкий трэш. Добян сбился на пулю. Там еще 2 штуки. Еще один жук остался. Вот его заведите, не забейте. Потем маков уберите. Через 13 секунд могут. Через 5. Самое, сейчас игнорщица бежит. Катя, залей инер по игнорщице. Андрей, зальёшь по Кате, когда закопается оно. Троянский побежал вместе с ним игнорщица. Так, лужу не грипнут, поэтому собью там подальше. Смотрите, будет лужа чуть дальше. Возле квадрата. Будет слева. Вон там возле края другого. Егор Капанил. И следующий. Санька, давай ты. Уфел на подцеле будешь. Доиграли под трэшу.
Все, закинули ему боб. Подбежали ближе к центру. На правой стороне передвиньте. Подовый крюк, вот сейчас беги, кайте, кто-то мне отдавал боб. Побегай, Артём! Готовьте ему боб. 5 секунд, 3 секунды, 2. Беги. Доиграли по мелкому трэшу. Помощники, секунда. Стаки не набирайте сейчас, ребят. Сацуна снова мост. Вон там с Берсой один. Вышли. Мелкий трэш на подбоссе забежали. Доиграли все по мелкому трэшу. Приоритетом. Все. Все стали под боссы, Бэкберри будешь подхиливать Капанила и Ренессанса. Тотема, от земли уберите. Паша, спи. Яката, готовь мастера на лед. Бэкберри, иди подхиливай. Геру отдали, бурсты отдали. Жми мастера бабу. Прохил Ренессанса Капанила. Вышел на моп один джок. Я на пуле его. Я его фернул. Или бах его сразу, полностью. Мобы 8 секунд. Мне напуливать? Да, помогай, да. Я напуливаю, я справа напулю. Помогай. Бойт, закастуй гимноману. Вышли. Пулы отдали. Мастер ауры на лед. Там у Фуфила, по идее, должно быть. Огурцы не забывайте. Я тебя поманю полностью все. Катя, залей мне Инар. Мобы 5 секунд. Блять, у меня 16% ХБ, ребят. Я помог не тебе. Да похуй. Бойчку кинула вместо тебя. На пул. Огурцы. Напулил. Не забудь. Игнорщица баба. Моба на пути. Я забрал. Фирну. Огурцы не забывайте, ребят. Я умер. У меня метка была. Кадама на пуле, если что. На 2 секунды. Кого? Мобо, 2 секунды моба. С какой стороны? С правой. Роги тоже. 2%. Давай, дыши. Кто что угодно делайте нахуй с этими мобами. Упал Кадама. Одного забрал, других расконтрольте. Я бомжи дал. 800. Очень хуёвое мероприятие. Твои бомжи. Да, ладно. О, блядь. Бля, пиздец. Это просто пиздец. Сука. Сколько у него оставалось? 500. 500. 500. Баблы. Ну, короче, смотри. Мы бы убили бы, но у нас опять проблема с минус от силом. Ок, подаю крюк сдох. У нас все, кто минус от хил давали, не было их. Давай по-другому сделаем. Паше хилу плохо, вот очень плохо по Паше. Извиняюсь, конечно. Давай, Паша, Ваня. Ваня, давай ты тогда попробуешь хила. Окей. А Паша, прыгай обратно в лем, а Паша в другой в Д, Паша в другой в Д стрика прыгай. Так, сяду рыбу жрать, я думаю, Не прохилят игнорщица без тебя, ты должен помогать прохилить, 5 хилов тяжко будет.
Она сама просится Фарл уйти. Кушайте рыбку. Ну или он, или она. Нормально сейчас было. Я уже Олег. Я курсил, да, забежал на минуту. Огурчики, огурчики, о. Смотрите, ребят, не перехиливайте людей, особенно скупалы. Вам в первую очередь танков держать, остальные хилят по рейде. Да, я, короче, слышишь, я припот нахуй один, выпью три пули, а остальное оставлю на фласку на хп себе, на всякий случай. Да, 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 поставьте живцы, пожалуйста, кто-нибудь, что починимте, ребят. У меня КД. Пот стоит. А, сорян, сорян. Уже исчез. Где? Он уже я не вижу их. Бля, я проебал. Есть еще кто-нибудь поставить бит? Короче, и вы перепиваете банк? Я вот смотрю, блядь. Короче, Void, подлый крюк, Габар, блядь. Вы на саппорты перепиваете банк? Или вы постоянно под одной банкой? Фуфил? Или вы, блядь, особенные, нахуй? Что-нибудь было непонятно, я изначально сказал. С кем выпить саппорты? С кем? Выпить еще сейчас саппорты большие. Кого нету, кидайте обмен на продажу, будет по двойной цене вам. Тем более пуфу вообще с укашной фраской. Кидай обмен. Есть ЛК из-под фласка у кого? Меняю на бока, короче, 4 к 1. Дай обмен. Подлый крюк. Ты поэтому издыхаешь, потому что без саппорта. И ты играешь на роге, ты постоянно должен бить ануба под 50 на 50. Он вообще не пробивает. Давай, давай, все. Все, давай. 100 голды, давай. А то я заебался бы как не пивать. Ой. Слышишь, а мой дух на сопротивление на пати или на рейд? Рейд стоит или нет? На рейд. Но там стоит, ставишь же тотем. Уже не стоит, могу. А я себе, блядь, когда бегу, хотя бы поставлю, я хую, но я же из рейнджа выбегаю. Ставь, ставь. Ставь, ставь себе дух природы в натуре. Этот, а есть джипс или не? А вот. Да стоит, Сань. Да не видел, ёпта. Как бы нужен настой титана, но у нас хватает ДПСа, у нас выживаемость. Чтоб ты выжил, понимаешь, Артём, если ты сдыхаешь, вот если бы ты сейчас жил до самого конца, мы 100% его убили. Так ты сдох, и мы тоже сдохли. Если что, у нас ладно. Будет еще второй БР, у второго друида, не забудь, Саша. А то тратим два БР, а на самом деле у нас их три есть. Я там готов. Опа, нихуя себе. Падайте, падайте. Иди сюда, блядь. Хорош. Кто спулился? Геру запустили. Меня спутал, Геру запустили. Мы сейчас убьем его, нахуй. Так, при переходе на третью фазу, да? У нас получается два пака напуливаются, а в третьей просто ебло ломает. Правильно понимаю? Короче, я вот третьего моба я на тебя напуливаю, второму даю один выстрел и сдыхаю, нахуй. Вот уже второй трайк подряд. И он это на третьем паке, да? На третьем паке. Да. Да, да, да. Ну смотри, на третьем паке ближайшего к себе я затаунчу, да? А остальных ловушки закидайте. Все, до четвертого пака дело не дойдет. Сейчас я перезайду. Ловушку, сейчас. Женя, знаешь, Женя, как думаете? Просто третий. Женя будет хел. Третий пак готовьтесь сразу контролить, потому что у меня уже так жестко лагает, я таунтами забрать не могу. Я могу одного затаунтить до появления, и все. Слышишь, Good Help, ты не хиляй случайные цели. Тебе нужно цели, хилечка, у которых метки. Потому что ты оверхилишь. Как у тебя ник? Выходите в этом, в инстасе. Да, давай, диспуль, давай. Давай, давай, диспуль, давай, конечно. Слушай, короче, а тебе там удобно, где там крест стоит, Петя? Ну, я думаю, ближе, типа, да? Что ты делаешь? Блять. Иди сюда, сейчас я его отправлю. А кто запулил? Брезник. Вы заебали, давай минус ЕП, запоёбывай вот эти. Ёпта, ну а чё за хуйня? Ну чё, минус два трая.
Останемся без пушки 25. Он, ну, он понимает, что мы сейчас отпиздим, блядь. Начинает нервничать. Я сейчас два трая, мне надо на 2 минуты отойти, блядь, точно 3. И тогда будет я вот сидеть АФК. И поставить кого-то другого танчить. Подаван точно не зайдет. Где вот эти все, блядь, пиноколады, подаван, чё, куда они пропали? Мы с подаваном ушли просто в другую игру полностью. Я просто решила зайти поставить почту, и меня припахали на РТ. Так бы меня тут не было сейчас, полок. Ну так вы предупредите, скажи, что вы играть здесь не будете, и всё, ну типа... Саша не знает, Саша знает уже. Я перезапущу, я уже залагалась сильно. Скажем так, я уже ищу других людей. Похуй, короче, проехали нахуй, сели, рыбу поели, РЧ, блядь, и пошли дальше. Сейчас перезагружает комп один человек, давайте этот пока. Все, спокойно. Никата, ты зайдешь? Или ты вышел, пока перезаходит?